Белорусская гуманитарная помощь направилась в Украину. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В составе груза консервы, макаронные изделия, крупы, моющие, гигиенические средства на сумму более 117 тысяч рублей. Спасатели доставят помощь в Киевский район, где передадут миссии Международного Красного Креста. От правительства Беларуси мы получили гуманитарный груз, в том числе еду для 4000 человек. Она будет распределена организациями Красного Креста по обе стороны от линии соприкосновения. Это первый раз, когда мы получили подобную помощь, но надеемся, что это станет началом постоянной поддержки для региона, где сейчас так много людей борются за выживание. О том, что Беларусь окажет помощь соседям, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с Петром Порошенко в Чернобыле 26 апреля этого года. Груз предназначен для жителей, проживающих в зоне конфликта.